И вот, пожалуйста, перед вами коляска Джойлер. Положение у него получается в общей сложности 3. Такое и такое. Вот раз, два, три. Также, чтобы ее переделать в люльку, у него здесь специальные ремни есть. Они расстегиваются. И спереди та же самая система. Вот эти вот ремешки. Расстегиваем. Расстегиваем. И тем самым мы превращаем ее в люльку. Здесь вот кнопочки для регулировки. Также у нее есть такая часть, она увеличивается. Ручка регулируется под рост. Блок перекидывается.